Подарки, подарки. Дорогие наши марины. В честь того, что скоро праздник, праздник... Ты по бумажке считай, не забивайся. Валентинки. Иди сиди, когда женщина должна... Им надо мыться. Мыться, мыться им надо. Вот. А мне две, и под два. Нет. Да. Покорми одного, другого, короче. Правильно. И это... отмываться. И как следует. Это ты на весь год. Это, кстати, было. Вот это тебе. Хозяюшка. Ты должна мыться. В общем, с праздником. Дело в том, что мы, да, мы зациклены на чистоте. Настя, смотри, вот, в общем, послушай. Спасибо. Мы поздравляем тебя. Ну, как бы, сегодня седьмое, но так будет делать. Это? Что? Короче, собираюсь в первом, ясно? Будет института. Все пропуска нормально. Окей, все, все поняли, да? Всем привет! Сегодня пятница, 7 марта. Пары закончились, и мы отправляемся на шашлыки. И там же мы будем поздравлять девушек с 8 марта. Ура! Ну что, ты готов к шашлыкам? Я. А ты? Конечно, нет, потому что я не еду. Очередь на заправке. Кстати, можно поставить на заявочку Nexus. Очередь на заправке. Тебе нравится сильно? Какая очередь на заправке? На две машины. Что за игра? Робот Unicorn Attack. Ставим воду в канистру. Она чистая, мы вчера. Тут скользко. Сколько литров? 20. Все места заняты. И мы, короче, искали, нашли вот это место. Ну да. Шампура и тарелки. А угли здесь уже были? Да, угли были. Бумага-то сырая. Там была. Лётный, который был, я... Марат мнёт бумагу. Помню, мы сейчас... Чё, Антоша этот... Из Сочи? Да, чё, Антоша, ну он пешком дойдёт. Олимпийский огонь. Мы доедим. Ой, потух. Ой, опять потух. Возьми маленькую бумажку и подожди её. Подожди, не мешай ему человеку мучиться. Они в Башкирии странным образом разжигают. Буквально огонь. Нам было щебенок, либо этих разжигающих жидкостей. Ох, как разгорается. Бензин не разжигающая жидкость. А потом дожать будешь, что ли, все-таки с бензином? Ничего себе, он весь уезжает. Ага, сейчас. Там разжигающая жидкость, то же самое. На основе спирта ела. Не все, не все разжигающие. Некоторые на основе эти. Нормальные разжигающие жидкости. Разжигаем огонь. Как первобытные люди. Чьи-то курсачи. Чьи-то курсачи и зажигалка. И вот он огонь. Хм, такой странный прибор. Он удерживает бумагу. Всю бумагу сожжем.
бумагой, с чернилами. Краской принтерной. И курсачами чьими-то. Родной запах, да? Как лучше, чем это. У кого-то звонит что-то. Так, лучше отойти. Алло. Че вы где? Вот что происходит из-за ветра. О, вот, сворачивайте направо, направо сворачивайте, слышишь, нет? Я аккуратно. Я только снег. Это цикл. Уже начало шашлыка, да, шашлык из бумаги. Березовый уголь. Сейчас мы будем снимать анбоксинг мяса. Началось? Да, началось, давай же, рассказывай. В общем, это, Евгений, мы купили мясо, здесь что у нас? Курица. Здесь у нас курица. Ездили мы в курицу за Курико, в общем, это самое. Вы не платили за рекламу. За курицей в Курико. Мы ездили в курицу Курико, Курико на курице. И курица погоняет. Мы ездили в курицу за Курико. Мы ездили на курице в Курико. И купили вот это мясо, посмотри, это его делал, мариновал Андрей Собашков. Сними его, он должен быть популярным. Улыбнись в камеру. Вот. И он это все сделал. Сейчас мы это отведаем. Еще чуть-чуть угли станут готовы и будем как себя. Ну, как сказать. Ну, ты понял, короче. Короче, ладно. Это с кетчупом, да? С кетчупом и еще маринад. О, народ подтягивается. Вспомните, когда приехали. Все идут. Чтобы было много, чтобы не болели. Ура, не успели Валентина поздравить. Ваша бутылка. Ну, и там. А что это такое? Спасибо большое. Спасибо, мальчик. Счастья, здоровья. Вот это вкусное. Только я не такую тогда брала. Какая верочка вкусная-то? Накладываем мясо. Да, в натуре. Я в тебя верю. Хера чем просто. Ты это передай запах. Запах какой. Опиши. Видео не передает запах. Да. Жаль, жаль. Пора уже пить. Но то, что смотрит, я думаю, чувствует. Запах. Натуре, Руслан. Мясо жарится. Барбекю. Так она не белая, но у нее есть белый мех. Так она всех. Эй, улыбнитесь в камеру. Перевернули мясо. Как дела? Тут так мало веток. О, все уже черное. Ну да, да нет, поджарилось. Это чисто то, что жир или кожица. Или да, типа то, что она поджарилась. Оно, кстати, вкуснее будет. Уголь, кстати, заодно активированный сразу получается. Активированный. Неактивированный, просто уголь. Ну да. Разжигаем костер. У тебя такое бревно, мне кажется, не загорится, ты что? Если сухое, то загорится. Иди сюда, Руслан. Вот же у тебя еще есть. Огонь. Есть кое-то тоже, конечно. Костер уже разгрелся. Да, конечно, я спутал. Все расскажу. Нет, мне кажется, не готов. Как не готов? Ну, может быть. Да, тут не готов. Ну, по внешнему виду. Да, ничего, вообще не готов. Так, я только что ножом тыкал, она... Вот, очень... не готов точно. Да ее размеры. Происходит раздача мяса всем. Вот шашлыки на шампураж. Начинают жариться. Да. Это маринад? Это маринад. Покажи его подписчикам. Правда, хотел сказать, что это раздатчиком. Ты же сам подписчик. Я, да. Я сам потом посмотрю на маринад. Так, ты снимаешь, да? Конечно, главное не уронить айфон в маринад. Сколько свинины? 3 кило. 3 кило. Отборной свинины. Правда, жир еще срезан. Много жира? Да нет, не очень много, но один кусок был приличный, пришлось срезать. Ну это хорошо.
Вот они, шашлыки с дымком, мясо с дымком. Слушайте, курица должна быть готова там. Курица уже давно, наверное, готова. А ей вообще куски. Нормально. А, ну вот это вот еще не совсем прожарилось, мне кажется. Этот-то нет. Они такие вроде продавали. В чем дело, прожаренное мясо? Свинина еще жарится. Свинина тоже горячо не бывает. Вот именно что. Как вот догреешь ноги, точно заболеешь. Из тепла в холод. Снова насаживаем. Да, again. Жарит ногу толнет. Again and again. Совет отпилить. Ампутировать. Нож вот. Анестетик. Еще в эту, да, будет накладываться? Вот плоские, да, вот такие, да, вот. Я не показал. Вот сейчас я покажу. Вот. Вот такие вот будут накладываться на решетку. Отлично. Мы не ищем этих путей, да? Шашлыков, да нет, больше, это, еще больше. Ничем, я просто, я больше шашлыков. Ну, поплотнее, тут не уменьшает. Так я поплотнее положил. Так я не спорю, но чтобы вот этот уместился просто, и все. Он уместился, тут с этой стороны все равно. Ну, чуть-чуть поближе сюда можно. Они и так, в принципе, вот, вот так не свисают. Этот ты уже готов. Да он все равно на этого обокачивается. Ну, держать придется, и все. Может положить его между кусками? Не знаю, что брать. Эй, Серёга, ты что-нибудь накапал, не? Что, не закатывай? Ничего не накапал. Ну, Серёга, ничего. Что, сморозь берёт? Да. Ты от него отстал? Пазлы из шашлыков. О, да. Шашлыки из курицы вкусные. Попробуем. Из свинины какие будут. Да. Простите, если бесплатно, так можно было. Там еще заодно. Нормально, заготовились. Вот эти из свинины, вот эти из курицы. Ну, если что, вас... Серьезно, бензин плевал? Сосиску. Огонь погас. Взял кусок мяса. Его пришлось снова разводить, чтобы пожарить свинину. Понимаешь, в сосисках мяса не бывает. Сколько было. Жарятся. Ой. Сейчас все зажарится, уже черное. Просто на ту же самую сторону вы его поставите. Ну как быстро. Да, вот это. Переворачиваем шашлыки. Этот еще не рано. Свинина. Только вот эти три. Ну будет шашлык, да. У вас новый. Нет, это... угольки. Давай, иди сюда. Найдем. У меня нет мяса. Ну, а какие шашлыки? Да. Это курица? А это все свинина. О, свинина, дымится. Ну вот, разрезай лучше. Мне даже дымит. Что-то она не готова, это жир. Я не готов. Вкусная свинина. Последняя свинина. Жарится. Кукан. Ой, скал. Дым ест глаза даже. Сначала вкрутить. Очки не спасают. Нет. Костер горит. Я должна кровь потяну, у меня нету ничего. Вот сделали девушкам праздник, осталась одна. И то убивает. Праздник, да, мужики шашлыки жрут. Надо вскипятить чай, наливаем. Много воды. Сила, да? Сколько? Половина налево? Котелок. Ну, сначала мы набирали воду в эту канистру, теперь мы ее туда выливаем. Серьезно, подожди. Брат, знаешь, что тут? Машина я не буду чай. Что, суп еще ливает? Не бейте. О. А в закрытие можешь? Сейчас в этом залуной закапать? Нечем закрыть. Они у меня не видели, они хотели. Электрочайник. Да все нормально. Перевернуть. Довести чуть-чуть еще. Ну переверни этот. Ну вот смотри, вот еще вот. Да не, нормально, я считаю. Марат, как считаешь? Да уже готово, мне готово. Думаешь, или еще чуть-чуть? Открой. Сейчас будем есть мясо. Мясо из барбекю. Водитель машины там. Пост, чай. Ну что, сколько здесь примерно еще будем? Не знаю, котелок с чаем. У тебя, видишь, еще половина этого. В нем отражается дерево. Мангал остывает, короче. Костит? Да. Закипает в котелке чай. Ты смотри, там сейчас перекипит и это. Заваркой, да. Очень красиво. Разбрызгает. Суп с айфоном. Чай с айфоном. Чай с айфоном. Суп с айфоном. Кто хочет суп с айфоном? Ты что, какой суп знаешь будет? Видишь, от твоего фирменного блюда? Какой телефон? Айфон. С двумя айфонами? Не, я не буду его суп. У тебя голубенький, кстати. Он белый. Вконтакте. Голубой. Не хочу играть с тобой. А ты с ним играешь? Ну все шашлыки съедены. Сейчас мы идем домой.
подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Пока. Да, и еще мой iPhone разрядился, поэтому это пришлось записывать на Nexus. Ну все, пока.